Всем привет! Сегодня будем приводить мое лицо и волосы в порядок. Вначале наношу на лицо увлажняющий крем с тональным эффектом. С ним кожа начинает выглядеть гораздо более здоровой. Теперь выравниваю тон с помощью своего любимого BB-крема от Garnier для смешанной кожи в оттенке Medium. Ну а чтобы лицо не блестело, использую матирующую пудру от Maybelline, которую я, к сожалению, благополучно разбила. Для бровей беру бюджетный карандаш от Essence и, как обычно, сначала их расчесываю, а потом заполняю цветом. Брови я предварительно окрасила краской, поэтому карандаша потребуется совсем чуть-чуть. Самый светлый цвет из палетки теней от Essence совсем немного наношу на веки. И этот же цвет добавляю под бровь. Ну а теперь мое самое нелюбимое. Черной подводкой от Eva Mosaic начинаю рисовать стрелки. Вначале намечаю тоненький контур. А потом, двигаясь по этому контуру, начинаю утолщать стрелку до нужного мне размера. Да, и времени это, конечно, занимает немало. Тушью для объема от Maybelline сначала прокрашиваю нижние реснички. А теперь верхние в два слоя. Бронзером от Pupa рисую скулы, затемняю подбородок, лоб, все как обычно. А на щечки я наношу румяна от Divash, у которых я немного изменила оттенок с помощью пигмента от Essence. Светло-коричневым карандашом L'Etoile обвожу контур губ и делаю их капельку побольше. И в завершении бальзам от Maybelline Baby Lips с вишневым оттенком. Капельку хайлайтера тоже не помешает, хотя это просто белые тени из палетки BU. Я решила сделать легкие небрежные кудри, и легче всего их сделать, если перекинуть все волосы на одну сторону. Отделяю по небольшой пряди и начинаю закручивать все в хаотичном порядке. С противоположной стороны у лица также подкручиваю 1-2 локона. Так что вот такой результат у меня получился. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если вам понравилось. И всем пока!